пришли ко мне. Устроим мы с тобой проказу и всех оставим в стороне. Сейчас другое все не важно. Скажите, это вы писали? А завтра скажешь, как зовут. Сейчас помчимся мы бесстрашно и окунемся в синеву. И будет нам с тобой прекрасно. Мы окунемся в облака, и наша встреча не напрасна. И рано говорить пока. Просил вызвать 30 рублей. Мы не. Нам это только давай. Конечно, красивая женщина. А что мы ждем? Время уходит, а ты загадочно молчишь. А наше счастье рядом бродит, сейчас и ты за ним следишь. И я, наверное, не поймаю, когда ты будешь в облаках. Еще не знаю, не знаю, как сказать в стихах. Ну все, уже пора, решайся. Уходит время, что мы ждем. Да ты ни в чем не сомневайся. Пошли немного отдохнем. И никакое ожидание не сможет нам с тобой помочь. Какое все-таки страдание, и как его мне превозмочь?